начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, да, уже по видеосвязи. А затем Сергей Кужегедович расскажет о результатах своей поездки в Иран и в Азербайджан. Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.